Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гричаний. У нас сьогодні в гостях Артем Дмитрук, народний депутат України. Вітаю вас, Артеме. Добрий день. Буде декілька тем, в нас дуже резонансний тиждень минулий був. Давайте почнемо з найбільш трагічної політичної новини минулого тижня. Це Антон Поляков, смерть Антона Полякова, одного з перших двох депутатів, яких виключили зі «Слуги народу», який критикував нинішню владу. На вашу думку, чи може, чи взагалі варто розглядати версію вбивства Антона, зважаючи на його таку от яскраву політичну позицію, яскраво виражену щодо Офісу Президента, зокрема? Ви знаєте, перше, що приношу свої соболезнования родним і близьким Антона. Я с ним общался, это был мой коллега, уважительно очень относился к этому человеку, потому что у человека была своя жесткая позиция, свое мнение. Человек всегда отстаивал свою позицию, поэтому могу сказать за этого человека только хорошо. Да, это был человек, который пришел со «Слугой народа», в определенный политический период он вышел со «Слуги народа», один из первых. Первый даже, по-моему, да? Ну, пани Скороход и вона, Скороход, там, и вони, вони вдвох, я, да. Там, я так помню, их исключили из фракции, да, «Слуги народа». Сегодня произошло прощание с этим человеком. Ваш конкретный вопрос о том, что рассматривать вариант убийства или человек умер своей смертью, да? Вы знаете, это, конечно же, лучше ссылаться на следствие, лучше ссылаться на правоохранителей, лучше ссылаться на какие-то конкретные факты. Но, безусловно, я могу сказать одно. Это убийство или это смерть. В этом ответственность лежит на действующей власти. Потому что на сегодняшний день это был народный депутат Украины, оппозиционный депутат, который много чего себе позволял, скажем, как есть. И поэтому имеет к этому отношение кто-то, не имеет отношения, оно должно быть расследовано, и люди должны знать правду. Это то, что я могу на сегодняшний день сказать. Если говорить о тех фактах, которых мы уже знаем, да, это алкоголь, это метадон, это несовместимые вещи. Это может просто человек взять, вбить в интернет, не будучи даже специалистом, и посмотреть, что два этих, и алкоголь, и препарат метадон, несовместимые вещи. То есть, если мы просто возьмем и засыпем в стаканчик там 200 грамм алкоголя и засыпем сюда там какое-то количество метадона, да, это может спровоцировать у человека смерть. Пошел ли умышленно на это Антон? Конечно же, нет. Тут в чому контекст ще питання, що з'явилася інформація, ніби Антон там перебував із товаришем Давида Арахамії. Об этом не знаю. Опять же, это слухи. Вот. Я закончу, это информация у ЗМИ. Закончу свою речь, что я уверен в том, что молодой парень, 33 лет, у которого только начиналась его политическая карьера и довольно хорошо шла, не мог просто так взять, выпить огромное количество алкоголя и закусить из недержания все это метадоном, зная и понимая, что это может привести к таким последствиям. Это точно так. Слухи, домыслы и так дальше. Я бы хотел от следствия сейчас услышать, знаете, что вот конкретику, последовательность действий, где он был, с кем он был, почему он там был, как он оказался в этой машине, кто водитель этой машины, кто его посадил, кто это обнаружил, где причинно-следственная связь этого всего. И тогда каждый из нас сможет сделать вывод, общественность сможет сделать вывод, да? Специалисты смогут сделать вывод. И вы знаете, здесь даже для меня было бы не самое главное, что скажут правоохранители и следствие. Объясню почему. Потому что мы на сегодняшний день понимаем, что следствие может быть не настолько правдивым, как нам бы хотелось. Но, исходя из множества факторов, которые произойдут, мы можем сделать какие-то более правильные и правдивые выставки, скажем так. Но, подытожив эту тему, я скажу, что Антон не тот человек, который совершил бы сегодня самоубийство, да? Не тот человек, который совмещал бы алкоголь и метадон, но это был тот человек, который точно шел против системы, у которого была своя жесткая позиция и который всегда отстаивал свое мнение. В моей памяти он останется на самом деле как такой небольшой революционер в стенах парламента.
Так, дійсно, будемо чекати все-таки результатів розслідування. Сподіватимемося, що вони будуть якнайшвидше. І хочеться... Так. Ще от я доповню. Очень часто, да практически всегда, если происходит покушение, или умирает, или убивают какого-то чиновника или депутата, вы знаете, общественность встает на дыбы, все говорят о том, что мы берем это дело под контроль, это будет расследовано и так дальше, и так дальше. Мне бы хотелось, моя мечта, чтобы любое убийство любого человека расследовали как убийство или смерть народного депутата или какого-то высокопоставленного чиновника. Чтобы человека в больнице, в поликлинике встречали, как встречают президента. Знаете, когда в поликлинику или в больницу приезжает кто-то из депутатов, членов парламента или другие, да, высокопоставленные чиновники, их встречают, весь персонал, им все предоставляют, услуги и так дальше. Обычного человека так не встречают. Вот мне бы хотелось, чтобы каждое происшествие, чтобы обычный человек было расследовано так же, как и расследуются высокопоставленные чиновники. Вы знаете, я получаю огромное количество обращений в свою приемную о том, что за несколько последних лет даже в нашем регионе не расследовано сотни убийств, сотни преступлений. И родные и близкие этих людей не знают, что произошло с их родным человеком. Ну так, вади нашей правоохранной системы всем чудово відомі. На жаль, вони залишаються. Про це, ну, тема окремої програми, про це дуже довго можна говорити. Давайте перейдемо до іншої, менш трагічної, але не менш резонансної події минулого тижня. Відставка спікера Дмитра Разумкова. На вашу думку, от які були мотиви його зняття в монобільшості? Це теж, це те, що він теж не погоджувався з партійною позицією, те, що він не погоджувався з офісом президента, чи це порушення якихось процедурних моментів, про що от власне йшлося? Дмитрий Разумков. Що це за чоловік? Давайте розберемо. Начнемо спочатку. Дмитрий Разумков, Дмитрий Олександрович Разумков, це був перший номер списка «Слуги народу». Это человек, который прошел всю дистанцию предвыборную с президентом, с командой. Это человек, который был на земле, который вместе с другими кандидатами в депутаты агитировал людей, проводил политику, рассказывал на местах программу президента, программу партии, работал. И благодаря ему тоже какое-то количество депутатов зашло под флагом «Слуги народа» в парламент. Это человек, который уже в парламенте был назначен спикером Верховной Рады и 2 года строго по закону выполнял свою работу. Это человек, который за всю независимость Украины был одним из лучших спикеров Верховной Рады. Это не мое суждение, не как суждение молодого политика, а это мнение опытных политиков, так скажем, старожил, которые были с первых дней в Верховной Раде. Они говорят четко и ясно, это один из лучших спикеров Верховной Рады. И вот вы знаете, почему это произошло сейчас? Этим вопросом задаются, ну, как минимум по вопросам 80% жителей нашей страны. Почему этот человек сегодня стал неугодный? И кому? Почему, когда человек полностью выполняет всю свою работу, все свои обязанности, его нужно снимать? По моему мнению, на сегодняшний день это такой легкий звоночек про узурпацию власти. Потому что парламент, что такое парламент? Это место, которое должно показывать, что такое демократия. Это место, где должны решаться объективно глобальные вопросы в нашей стране. Ну, монобільшість кажуть, що нема проблем з демократією, нас обрали люди, а це вже наша внутрішня кухня. Ми маємо право знімати, маємо право призначати. Спікер Верховної Ради – це не чоловік одної партії чи фракції. Спикер Верховной Рады – это человек, который работал со всеми депутатами, со всеми фракциями, со всеми группами. И этот вопрос, как минимум, должны были обсуждать со всеми депутатами Верховной Рады. Ну и желательно со всеми депутатами «Слуги народа». А его не обсуждали. Обсуждения этого вопроса не было. То есть мы показываем всему обществу такой вот, знаете, наглый, бандитский, беспредельный способ снятие одного из важнейших людей в нашем государстве. Але я так розумію, що в Трускавці не були.
Вы знаете, когда... Я думаю, что там как раз он и обговаривал. Да. Вы знаете, когда выбирают между друзьями и гулянкой, я выбираю друзей. Друзья — это одессит. И поэтому я остался в Одессе. Как всегда, в субботу я проводил свой личный прием. В воскресенье тоже у меня были встречи с избирателями, потому что за субботу не успел со всеми встретиться. Поэтому я остался в Одессе. Вы знаете, обсуждение важных вопросов, когда на диджейском пульте играет глава фракции Давид Арахамия, да? Когда в дресс-код прописывают в группах «Слуги народа», что должны быть смокинги с бабочками, женщины должны быть в коктейльных платьях выше колена. Я не думаю, что в такой обстановке решаются такие вопросы. Это точно. Як ви вважаєте, пан Разумков буде, можливо, у вас є якісь інсайди, чи буде він робити вже зараз свій політичний проєкт, або він стане частиною якогось іншого політичного проєкту? І ви, я так розумію, що в «Слугах народу», ну вибачте за відвертість, теж не назавжди, от, зважаючи, що є певні розбіжності, я думаю, це зрозуміло під час навіть цього ефіру, так? Чи розглядаєте ви в перспективі можливість приєднання до проєкту пана Разумкова, якщо він буде робити сольний свій проєкт? Вы знаете, что же касается того, кто в «Слуге народа», а кто нет, кого могут исключить или не исключить, или я иду против «Слуги народа», а я не делаю ничего против. Я выполняю ровно ту работу, которую мы обещали 2 года назад. Я исповедую ту идеологию и те принципы, и те правила, которые мы обещали 2 года назад. Если кто-то не хочет быть «Слугой народа», так пусть выходит из партии. Пусть все выйдут, я останусь один. Ну, в теорії все-таки, якщо от не «Слуга народу», чи розглядаєте ви потенційно цей момент? Я чомусь мені от цікаві ваші особисті погляди політичні, тому що от ви один час зносили, наприклад, паркан на 16-й станції, або шлагбаум, я от точно не пам'ятаю, разом із вуличним фронтом Дем'яна Ганула, відверто ультраправою громадською організацією в Одесі. Потім ви даєте інтерв'ю Шарія, який категорично, представникам Шарія, який категорично несумісний з цією владою, з усім не згоден, і займається відвертим мочиловом, вибачте за такий термін. А тут же все дуже просто. Я відкрит абсолютно для всіх. Якщо сьогодні якась общественна організація, як праворадикальна, да, або ще якась, захоче прийти зі мною пообщатися, прийти ко мені в прийомну, або вместе отстоять сквер, парк, санаторий. Это тоже одесситы. И я буду с ними отстаивать эти интересы. Если сегодня ко мне в стенах Верховной Рады подходит СМИ, неважно какой, Украина-24, может быть представитель вашего телеканала, или завтра подойдет Шарий.нет и зададут мне вопросы. Этих людей смотрят наши избиратели. На этих людей подписаны наши избиратели. Одесситы смотрят. Это обычная СМИ, открытая, свободная СМИ в свободном государстве, в демократическом. И, конечно же, я им даю комментарии и отвечаю на их вопросы. Понимаете? Весь мой секрет в том, что секретов нет. Я открыт абсолютно для всех. По одной простой причине. Я не принадлежу ни к одной группе, ни к одной группе влияния, ни к одному олигарху. И поэтому имею возможность общаться со всеми людьми, со всеми СМИ и не давать никому отчет, отчитываться и так далее. От просто ви ж розумієте, як використають ваші коментарі конкретно проти власне вашої політичної сили та нинішньої влади. Саме головне, щоб я не зміняв тим принципам і тим обіцянням, які давав одеситам. Саме головне, щоб я виконував роботу в своєму місті. Саме головне, щоб я не перестав відстоювати інтереси одеситів. Саме головне, щоб я не закрив свої прийомні, а продовжував відкривати, як це роблю зараз. Это самое главное. И не предал интересы одесситов. Продовжуючи тему все-таки ваших особистих амбіцій, на місцевому рівні ви багато кажете про Одесу, от я бачу ваші плакати по місту є, ну, тобто ви ходите на ефіри, ви займаєтеся в тому числі своєю медійністю, медійною складовою. Чи маєте ви мерські амбіції в Одесі, про що там казали вже неодноразово, чи в яких ви відносинах з паном Леоновим? Я так розумію, що ви товаришували, і він якийсь період теж мав мерські амбіції, не знаю, чи має зараз, так? Як оцінюєте от ту ситуацію, яка зараз склалася в місті, я маю на увазі підозру меру Труханову? Таке дуже розлоге питання, але воно усе пов'язано. Перше. Амбіції мерські – це не амбіції.
это крик души, это вызов, как одессита. Когда прошлые местные выборы шли разговоры о том, что я могу быть кандидатом, так я сделал все очень просто, как и делаю постоянно. Я собирал подписи у себя в приемных. Я делал опросы у себя в социальных сетях, чтобы не было вопросов, что вот только социальная сеть. Нет, бумажный вид также был. О моем возможном выдвижении на мэрские выборы. И люди сказали «да». И я начал говорить о том, что я буду кандидатом на мэрское кресло. Год назад меня обманули. Меня обманула своя же партия, которая выдвинула своего кандидата, который заведомо проиграл бы Геннадию Труханову. И на тот момент моя команда, моя партия поддержала действующего, пока еще мэра, Геннадия Труханова. Буду ли я выставлять свою кандидатуру на следующие мэрские выборы, вне зависимости от того, когда они будут, через год или через 3 года, я снова сделаю опрос. И если за это время одесситы во мне не разочаровались, конечно же, да. Конечно же, я буду выставлять свою кандидатуру и бороться за мэрское кресло. Для того, чтобы нашу Одессу перестали уничтожать, разрывать. Леонов. С Леоновым мы давно знакомы, с господином Леоновым мы дружим. У нас могут быть разные политические взгляды, вот. Ни больше, ни меньше. О его политических амбициях в плане мэрства и так дальше ничего не могу сказать. На политические темы мы с ним уже давно не общаемся. Ну, тобто це не буде проблемою, якщо і ви, і пан Леонов підуть на мерські вибори. Я уверен, що це будуть різні політичні движення. Чому? Ну, різні політичні рухи, але ви ж розумієте, що все-таки от з тією риторикою ви будете заходити на електоральну базу один одного. Смотрите, що, риторика... що вас аудиторія, ну, вона дуже перетинається між собою. Знаєте, Леонов голосовал за отставку Разумкова, допустим. Я не голосовал за отставку Разумкова. Леонов был в Трусковце, я не был в Трусковце. Это вот только... Это не идеологичные вещи. Не-не-не, смотрите, это я вам просто сказал те вещи, которые произошли сейчас. Угу. А если мы возьмем всю события, всю историю, да, политическую, мы увидим, что... Политическую. Мы увидим, что на самом деле очень много разносторонних вещей, да, которые нас разъедную, да, или, как правильно сказать, наши векторы развития политические очень разные. Но я об этом, вы знаете, тема для обсуждения лета, да, ну, не знаю. Добре, давайте тоді перейдемо до теми, яка точно зараз актуальна є. Це підозра Геннадію Труханову. На вашу думку, чи це є політичним переслідуванням з боку НАБУ? Це вже, ми розуміємо, не перша підозра йому. Так, і, ну, дійсно, в Одесі є проблеми з землею, з махінаціями з землею. Я думаю, про це скаже кожен одесит, що, ну, об'єктивно, Одеса втратила дуже багато землі. Але менше з тим, от, не зважаючи на цей фактор, НАБУ інколи, на мою суб'єктивну думку, веде себе як політична організація. І от в даному конкретному випадку, чи не є це політичним переслідуванням? Це не політичне переслідування. Это точка. НАБУ ведет себя никак. Я считаю НАБУ абсолютно бесполезным органом. НАБУ существует больше 6 лет, могу ошибиться, 5-6 лет. И оно не сделало абсолютно ничего. При этом сумасшедшее финансирование самого органа и при этом ноль работы. По Труханову, смотрите, каждый одессит, каждый человек, который приезжал к нам в город отдыхать, на экскурсию или по работе, ему не нужно знать решение суда, ему не нужно знать решение следствия и так дальше. Он видит, что происходит в нашем городе и что произошло в нашем городе за последние 7 лет. И это можно увидеть, просто пройтись пару часов по Аркадии, по центру нашего города или просто спуститься по склонам, которых уже практически... Аркадию, давайте будем відверті, не за Труханова забудовували. Ну, Аркадію почали строїти, коли мером... Віце-мер Брендак був. Да, і виконувач обов'язків був Брендак. Це вже початок фактичного будівництва. Да, смотрите, прийшов мер Труханов, Аркадію ще не построїли.
Вона вже будувалася. Ну, вона була, вона була фактично, не построєна. Фактично була, ну, там, тобто ми можемо... частина була вже побудована. Ніяких капітальних строєнь при часі, коли прийшов Труханов, ще не було. Тобто ми можемо відкрито говорити о том, що Труханов – це чоловік, який підтримував цю ситуацію. Тобто він не був проти неї. Ми пам'ятаємо прекрасно ті мітинги, демонстрації, які проходили проти застройки, в яких я ще юношей участвував, да? Но там не було Гена Труханова. Гена Труханов виступав за цю позицію. Ну, він ніколи не брав участі в принципі в будь-яких мітингах. Ні, ну він хоча б як політик мог би висказатися за або проти, правильно? Угу. Или урегулювати вопрос між людьми і тоді людьми, які це робили. У нього були тоді вже мерські амбіції, тоді він йшов і балотувався в мера нашого міста. Правильно? Что же касается Труханова, суда, следствия, я бы приведу вот такой очень простой пример. Представим квартиру, в которой живет два человека, и один из этих людей 7 лет насилует другого человека. Насилует, бьет, издевается, отрезает ему пальцы, ноги, руки. И все это происходит в течение 7 лет. Свидетелями этого являются его соседи, являются люди, которые живут в одном дворе. Через 7 лет этого человека берут и ведут в суд. И в суде, как мы на сегодняшний день уже видим, пока его не судят, то есть его не наказывают. А все вокруг знают, что он преступник. И он занимался насилием над другим человеком. Ну, знов-таки, всі навколо, ну, все-таки, давайте, ну, достатньо голослівні вислови. Об'єктивно, що на сьогоднішній день «Довіряй ділам» має великий рейтинг в Одесі, має велику підтримку. Давайте поговоримо об этом. Скільки людей во втором турі прийшло на вибори мера? В процентному соотношенні, ви знаєте? Було, зараз вам скажу, менше половини. Ні, смотрите, на второй тур виборів мерських прийшло 7% избирателей. 7% избирателей, половина, чуть меньше половины из которых проголосовали за кандидата другого, а вторая половина за Труханова. Хиба 7%? 7% во втором туре. Это 100% угу. информации, вы можете перепроверить. Угу. И вы считаете, что эти выборы были легитимны? Я думаю, что нет. Когда ну, мэра поддерживает примерно 3% избирателей... Ну, вибори – це мерські вибори. Є, були ще вибори до місцевої, до Одеської міської ради. Так, там була явка значно вища. І там все-таки «Довіряй ділам» отримало більшість. Я не захищаю ні в якому разі «Довіряй ділам», я просто ну, за об'єктивність у підході. За об'єктивність і за справедливість. Поэтому я вам сразу же привел факти явки во втором турі за мерські. Ми ж не говоримо сьогодні о партії «Довіряй ділам», там. Ми говоримо сьогодні о мері Труханові, да? І хоча на самом деле в суде должно быть как минимум человек 15 из городской власти, которые должны отвечать за весь тот шабаш, который они устроили последние 7 лет в нашем городе. Но опять же, мы не суд, мы не следствие. Я сегодня политик, вы корреспондент, и мы можем пока обсуждать это событие. Да? Но я могу сказать больше. Год назад я был одним из тех людей, которые создали Временную следственную комиссию в Верховной Раде по преступлениям Труханова. Как вы думаете, ее вынесли в Верховную Раду? Нет. Не вынесли. Ее не вынесли в Верховную Раду. Что это значит? Что офису президента это не нужно. И по указанию офису президента ее не выносили на голосование в Верховную Раду. У меня будет сейчас вторая попытка, я готовлю второй раз документы, поменял немножко название, так положено по регламенту, и внес ее на рассмотрение, чтобы ее внесли в Верховную Раду на голосование. Посмотрим, что будет сейчас. То есть это такие лакмусовые вопросы, да, по которым можно определить отношение офиса президента к власти на местах. Просто когда Киев, ну, грубо говоря, там офис президента, говорит, что он не имеет никакого к этому отношения, вот у меня прямые доказательства того, что это отношение есть. Будемо дивитися, як буде розвиватися слідство, як це провадження піде далі. Наразі от ми знаємо, що 30 мільйонів заставу визначили для мера. Він знаходиться на свободі, шукає ці гроші, сказав, що таких грошей в нього немає, тож ну, будемо дивитися. Но, я хочу, ви сказали 30 мільйонів зараз, да? А два дні назад було 120. 120 пропонувала прокуратура, суд визначив 30, там важкі да, критерії. Абсурдність ситуації, да, коли ну, государственный орган, да, объявляет 120 миллионов, то есть мы должны относиться к этому с большой ответственностью, что это не заявляет просто пацан с улиц, это заявляет прокуратура, да, которая говорит, требуем 120 миллионов залога. Проходит два дня,
И суд там говорит, нет, 120 это много. Там юридична казуїстика, там в залежності, які статті інкримінують, які... Я розумію, але смотрите, но это же для людей в общем, это одна и та же процедура. И когда сразу людям заявляют 120 миллионов залога, а через два дня 30 миллионов, ну это абсурд. Точно так же, знаете, для людей же без разницы. Они знают, что власть — это Верховная Рада Украины, допустим, это депутат Верховной Рады Украины. Точно так же, как и правосудие, прокуратура, суд, для людей это, в принципе, примерно одни и те же инстанции. Инстанции, которые ведут, да, судебное одна заседание. Система. Одна система. Вот, одна система. Все правильно. Поэтому 120 и 30 – это кардинально разные вещи, которые вот так просто не возникают. Ну що ж, будемо дивитися за розвитком подій. Артеме, я вам щиро дякую за цікавий ефір, за те, що ви, як мені здалося, достатньо відверто відповідали на деякі цілком незручні питання. Дякую. Спасибо вам. Це був Артем Дмитрук, народний депутат України. Мене звуть Костянтин Гречани. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайтеся з репортером.